Долгожданное событие для многих автомобилистов. В Волгограде начался ремонт мостового перехода через Волго-Донской судоходный канал. Состояние объекта уже давно было признано специалистами, требующим скорейшего вмешательства. Теперь в течение 2 месяцев водителям, планирующим поездки через Красноармейский район, придется набраться терпения и выбирать пути объезда. Материал Екатерины Караваевой. В зависимости от того, будем ли мы 3 полосы ограничивать, 1 ограничивать, это же будет влиять на то, сколько транспорта отводить отсюда. Специалисты обсуждают последние вопросы, связанные с ремонтом важнейшего транспортного объекта на юге Волгограда. На мосту через Волго-Донской канал не только заменят асфальтовое покрытие, но и укрепят металлические конструкции. На первом этапе ремонта производится замена асфальтобетонного покрытия на самом мосту, усиление защитного слоя и замена температурных швов. Вторым этапом работ предусмотрено ремонт самой несущей конструкции моста. То есть это ремонт ферм, подферменных частей, ремонт откосов, укрепление откосов и сопутствующие вещи. Общая стоимость работ – 34 миллиона рублей, большую часть из которых выделил региональный бюджет. Основные работы начнутся 1 июля. Сейчас сюда завозят строительные вагончики и необходимое оборудование. Кстати, полностью движение автотранспорта через мост не будет остановлено. Это привело бы к транспортному коллапсу. Но к пробкам автомобилистам все же стоит быть готовыми. Мы будем серьезно ограничивать движение транспорта. Транзитный транспорт однозначно в ближайшие дни уже будет отведен, как раз когда основные этапы работ начнутся, уже от подготовительных переходим к основными, отведем. ГИБДД все согласовано, знаки сделаны, устанавливать мы их будем поэтапно, с тем, чтобы не сделать нечаянно, не привести какую-то суматоху в город. Ремонт моста – настоятельная необходимость. Это подтверждают не только автомобилисты, но и специалисты. Большое количество обращений граждан, что мост находится в неудовлетворительном состоянии. В 2012 году произведен осмотр мостового перехода специализированной проектной организацией, которая выявила ряд дефектов. Планируется, что ремонт завершится 1 сентября. А пока подрядчики призывают автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки. В ходе работ схема движения может меняться. Екатерина Караваева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».